Поджелудочная железа – важный орган нашего тела, который участвует в пищеварении и отвечает за выработку гормонов. Поэтому заботиться о ее здоровье чрезвычайно важно, ведь нарушение в работе этой железы приводит к неприятным и даже опасным последствиям. Поддерживать нормальное функционирование поджелудочной не так уж и сложно. Для этого врачи рекомендуют исключить из рациона одни продукты и добавить другие. В том, какое меню лучше всего подойдет в данном случае, расскажем в сегодняшнем видео. Итак, какие же продукты особенно полезны этому органу? Брокколи. Она содержит вещества, которые защищают поджелудочную. Чтобы получить от этой капусты максимальную пользу, ее необходимо готовить на пару. Шпинат. Ученые доказали, что у людей, которые употребляют его на регулярной основе, снижается риск развития рака поджелудочной железы. Нежирный йогурт. Благодаря полезным бактериям, которые находятся в составе этого продукта, нормализуется работа всех органов пищеварения. Земляная груша. Этот необычный овощ подавляет воспалительные процессы, происходящие в поджелудочной железе, и активизирует обменные процессы. Черника. Данная ягода стимулирует функционирование органа и способствует снижению сахара в крови. Красный виноград. Богат антиоксидантами, которые активно борются со свободными радикалами и подавляют распространение злокачественных клеток при раке поджелудочной. Корень солодки. Отвар из этого лекарственного растения устранит отеки, а также снимет боли и воспаления, которые обычно возникают при панкреатите. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.